Первый зампред Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина, провела очередной прием граждан в Одинцове. Родители будущих первоклассников обращаются с проблемами, которые возникли 1 февраля в процессе подачи заявлений в электронном виде для поступления в образовательные учреждения. Парламентарий дает подробные разъяснения по всем возникшим вопросам и делает депутатские запросы в профильные государственные и муниципальные органы управления. Ни одна из проблем не остается без внимания.